холод плаванию не помеха. Об экстремальных видах спорта на симбирской земле расскажем в выпуске. В этих соревнованиях все, что должно быть настоящим спортивным плаванием. Правила, участники и вода. Вот только температура ее не поднимается выше 5 градусов, и заплывы здесь только одиночные. О зимнем плавании в водах Свияги расскажет Игорь Ветров. Купальный сезон открыт, и пусть на Свияге лед, для этих спортсменов холод не помеха. Наталья Сабанова предпочитает менее экстремальные виды спорта, но в этот раз пожалела, что не захватила с собой купальник. Вы знаете, я на лыжах приехала прокатиться, и вот увидела соревнования. В следующий раз обязательно. Я думаю, я не пропущу. Звучный слоган подбадривал спортсменов, хотя у некоторых оптимизма до погружения было несколько больше, нежели после. Ну, какие ощущения? Какие ощущения? Замечательное ощущение. Господи. Любители купания в ледяной воде в Ульяновске сотни. Взять хотя бы традиционные крещенские омовения. Профессионалов же в этом деле единицы. Хотя ассоциация холодового плавания при Ульяновском госуниверситете довольно активно пополняет свои ряды. На сегодняшний день у нас свыше около 150 человек постоянно занимается зимним плаванием. Несмотря на довольно непротяженную трассу, зимнее плавание давно признано спортом, и чемпионаты мира по нему тоже не редкость. Однако, если на мировом кубке купели во льдах гораздо длиннее, то ульяновцам для поднятия настроения вполне хватило и такой. Зимнее плавание – удел смелых, и становится немного не по себе, когда хрупкие девушки стоят в купальниках, а сильные мужчины мерзнут в пуховиках. Игорь Ветров, Алексей Прохоров, Вести Ульяновск.